пожалуйста, принести? Да, конечно, сейчас. На, держи, пожалуйста. А чай можно еще? Вот тебе чай. Кит, я уже не хочу чай, можно мне лимонад? Так, вот лимонад. Все? Нет, Никит, я хотела бы еще кофе. Тебе же нельзя. Тогда кефир. Хотя не, Никит, это какая-то она жижа получается. Не надо. Я хочу сладкого, еще ананас и чипсиков. Чипсов нету. Нет, все равно нельзя. Пельмешки со сметанкой. Я уже не хочу пельмени. Да то суп хочу. Так, вот тебе суп. Больше ничего не надо? Все, я тогда пошел, если что, кричи. Никит! Да что? Испания! Ёпта, нас избьют! Всех через знаю, блядь! Шенни детам! Подойди сюда, давай разберемся, давай! Держи меня семеро, ебаный рот! Свои вины хавал, давай! По ресторанам, по ресторанам, по ресторанам. Она заглядывает к нему в телефон и видит такое? Я бы с тобой так никогда не поступил. Правда? Ну конечно, мне нечего от тебя скрывать. Слушай, мне завтра рано вставать, я пойду спать. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте, 157-я. Да, все верно. Диана Моррисон здесь проживает. Да, что такое? Распишись, получите посылки. А что за посылка? А, компания «Подсолнух», давайте скорее, у меня другие клиенты. Да. До свидания. Я тебе говорил, многовато, а ты ничего не хватит, ничего не хватит. Поздравляю! 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 Береги его, ладно? Как тебя зовут, Брит? Я изучил. У меня такие эмоции, брат. Мне погано! Гусей! О, погано мне! Мы тебя поздравляем! Ребят, целый день говорите ей всякие приятные вещи. Если тебе что-то буду говорить, хитеров много, ты всех в жопу. Мне погано! Это твой... Мне звонит, ты мне мы с тобой свяжемся, я куплю тебе билет. Ты можешь, не знаю, продать. Делай, что хочешь. Я тебе помогу продать. Все, передай всем, кто рядом. Привет, сегодня твой день, много... Давай. Дома сидишь, ты даже мне помочь не можешь. Мусор выкинуть. Ну, я не знаю, зачем ты вот это все на себя нацепил. Ходишь по дому. Хоть бы работу нормальную нашел. Я все убираю. Я вычистила, весь дом вычистила. Все твои рубашки перегладила. Сколько можно себя так вести? Я не понимаю, как можно себя так вести. Я даже сумку не могу себе купить. Она еще 2 недели здесь будет ночевать. Поехали на рыбалку пока. Ты понимаешь, погнали. Да? Погнали. Погнали. Thank you.
Баранова. Все, спасибо, мужики, здорово. Здорово. О, привет, Серег. Да не, я сегодня пас. Другой раз. Италос. Спасибо, спасибо. Алло. Братишка, погнали сегодня в бильярд поиграем, пацанами. Не, я сегодня что-то плохо себя чувствую. Другой раз, да. А ты чего стоишь? Снимай новый сценарий! Да. Итак, уже 18.00, нужно придумать новый сценарий. Снимай! Я зевнул, ты снял? Вот это и выкладываешь. Я ждала. Моя хорошая, это контент на 2 недели. Это контент на вторник. А это мои пистолетики на выходные. Слышь, малой, сейчас сценарий расскажу. Ему нравится, ребят, снимаем. Иногда ты идешь по улице и спотыкаешься. Не спеши винить пол. Возможно, ты кому-то сделал плохо. Так, нам нужен новый сценарий. Где сценарист? Допустим, я еду в тачке, в крутой, со мной тёлка, и она шлюха. Так мы же такое 100 раз снимали. Где колячик? И напишем ремейк. Чисто. Чё лыбу давишь? Всю кровать не обоссал. Братан, у тебя есть бутылка? Есть, но только там воды нет. Да это не проблема. Снимай. Ну-ка. А чё вода-то тёмная? Да у меня с почками проблема.